Сергей Первый возит на реконструкцию. Ну, клево, в мае приятно, потому что еще внутренний интерьер же вот. Макеты они печатают на 3D принтере. Еще один приехал. А этот дождался его и поехал по ветке. Третья по протяженности в России железная дорога. Ну, Санкт-Петербург, там Москва, Ярославль и потом наша. Ну, необычно сделано много. Управляется практически все компьютером с легкой коррекцией. В ручном режиме. Большой в истории паровой паровоз 40 метров.